подогнали мою тачку. А я пока поснимаю. Пока она не прогреется, а охладится. Нас надо греть, а здесь охлаждать. Даунтаун, район Дубай-Мола. Это переход в Траволатор, в котором мы иногда ходим. Красиво, прекрасно, тепло. Пустынные цветы городские. Начинает потихоньку включаться вся иллюминация. Это уже вечер, это где-то 10:07, 18:10 по местному времени. По одесски, по-украински, это было бы 17:10. Разница в 1 час. Как я вам сказал, друзья, Дубай Молл. Все его красе. А что это выше? А выше? Башня Халифы. Бурдж Халифа, так сказать. Тачку мою там не сперли еще? Нет, стоит. Ну, тут ничего не воруют, даже машины. Вокруг строечки. Вот такой вот Траволатор. Fashion Avenue. Ну, другим не пользуемся. Другого не держим. Пока прошел по Fashion Avenue, меня сделали легкий душ Шарко из одеколоновой духов по $200 за баллончик, флакончик. Ну, в качестве пробников. Вот буду скоро выбирать из аромата. О, о, какой экранчик у нас. Ой, какие подруги. Так, ладно, пошел к тачке. Дольче Габбана, Rolex, Гуси, Лебеди, Винета, ну и прочие мировые бренды. Где? Конечно же, в центре Дубая. Даунтаун, Дубай Молл, Бурдж Халифа. Вечерний Дубай. Примерно 18:20 по местному времени. По украинскому 17:20. Тепло, хорошо. Цветы, пальмы, кусты, включается подсветочка. Это у нас подъезд, так сказать, парадная, называется Fashion Avenue. А вот у нас очередной Lamborghini. Вчера мы вам показывали черный, сегодня мы вам покажем желтый, если вы еще не видели. Да, это Дубай, детка. Конечно же, лампа. Да, в желтом свете он выглядит более, скажем так, ярко, эстетично и великолепно. Черный как-то его полнит, что ли. Да, друзья, Lamborghini уже бывают не только. Маленькие двухместные кары. Ну и, как видите, кроссоверы. Ну, отделочка, все как положено. Ну, тут под стать все машины. Ferrari, Bugatti. Ну, есть и Mercedes, и Toyota, конечно. Прекрасно, прекрасно. Прекрасный автомобильчик. Видим, четырехместный, то есть можно уже ездить компанией. Целенький, новенький, чистенький, полированный. Это у нас, друзья, центр Дубая, очередная строечка. Вот это вот такое ажурное строение, это называется Траволатор. Он ведет из Дубай-Молла
к ближайшей остановке метро, которая так и называется Дубай Молл. Идти тут прилично, не знаю, там несколько километров. Спасает то, что там есть, ну, именно траволатор, то есть лента, наступаешь, она тебя везет. О. Думал кортеж, нет, скорая. С кортежем, друзья, тут никто не ездит принципиально. Не то, что это запрещено, просто ты можешь идти, рядом с тобой будет идти миллионер, миллиардер долларовый, мультимиллиардер долларовый, без охраны. Ты можешь даже случайно наступить ему на ногу. И за это тебя не расстреляют из гранатомета. Будем потихоньку дожидаться темного времени. Потому что Дубай прекрасен и днем, и ночью. И даже невозможно выбрать то время суток, когда он нравится больше. Ну да, как я вам говорил, всего лишь Бентли. Ну, всего лишь Мерс какой-то там, АМЖ-шный. Скромные. 40, а 45 это что? 4.5 движок у него, что ли? Такой кузов. Да, вполне возможно, не удивлюсь. Вот такой вот Мерседесик маленький. Совсем крошечный. По размерам где-то как Форд Фиеста. Если вы понимаете, о чем я. Конечно же, Эмираты. Да, ну и прочие. Джипы тут стоят. Красиво, ой, все пахнет, благоухает, тепло, приятно, все улыбаются, все говорят, здравствуйте, приветствую, как ваши дела, как вы себя чувствуете, что у вас хорошее, и все улыбаются, 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 и это не по приколу. И видно, что улыбки у них не натянутые, не дежурные, а искренне от всей души. Где-то так. Fashion Avenue. Это уже другой вход. Что у нас тут? Гермес. MR. Ольч Калифа, друзья. Собственной персоной. Так, чтобы лезло. О. Ну и у нас в Баймоле был этот Main Entrance, центральный вход. Вот за него была крутая парковка, там стояли все самые лучшие машины, самые дорогие, Ferrari, Lamborghini, прочие BMW. Там парковка стоит что-то там $50 в час. Вот. И там все машины крутые собирались там, ну, так как построили, пристроили к Дубай Моллу новый Дубай Молл, то теперь машинки здесь не хуже. Ну, как, например, вот этот прекрасный внедорожник, построен специально для того, чтобы ездить по болотам. Всего лишь Rolls-Royce, друзья. Да, вы не расслышались, это для езды по болоту. Ну, у них болота нет, поэтому они ездят по пескам, по дюнам. Устраивают сафари в пустыне. Вот на таких вот автомобильчиках. На таких вот Rolls-Royce-иках. Да, здесь в пустыне могу залезть. Ну, вот так я вам покажу. Rolls-Royce. Да. Ну, такой дизайн на любителя. Немножко рубленый, чем-то дизайн вольного, напоминаю. Так, а что у нас здесь? Интересно. Так, у нас здесь внедорожник Bentley. Прекрасно. Ну что ж, пройдем, просмотрим. Как видите, снимать разрешают. Никто никого не гоняет. Даже особенно меня. Вот такой вот внедорожничек Bentley. Да. Во всей своей красе.
Вот, скажем так, его лицо. Рядом стоит брат-близнец. Такой же Бентли, только другого цвета. И, кстати, по-моему, перламутровый белый. Белый перламутр, да. Вот. Ну, такая парковочка, которая стоит полбюджета, наверное, Украины. Бентли, BYD. А вот, кстати, опять. О, вчерашний? Нет. Номера другие. Да, тоже ламба. Ну, я смотрю, их тут полюбили, ламборджини, полюбили, кроссоверы. Да, тоже черный. Видите, желтый смотрелся бы красивее, скажем так, как я вам уже говорил. Обойдем со всех сторон, посмотрим. Да, но этот, то, что я снимал вчера, был, скажем так, под лаком, а это чисто мат, черный мат. Вот так вот хозяин захотел себе заказать. Черный мат. Ламборджини. Защищено. Можете не переживать. Это я. Всем привет. Так, кошелек там мой не украден, я положил там он на барной стойке. Надеюсь, никто не возьмет. Ну, а тут всякие мерседесы скромные. Вот. Обычные. Какой-то патруль огромный. Ну, скорее всего, я думаю, патруль. Ниссанчик. Образная восьмерочка. Сейчас посмотрим, патруль или нет. Блин, не видно. А, вот. Откуда я все знаю? Патруль. Он родимый. О, здоровый, зараза. Здоровенный. Дизайн, конечно, на любителя. Как видите, я себе такой не приобрел. Не нравится дизайн. А мы тем временем, дорогие друзья, продолжаем наш видеорепортаж из прекрасного города Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Это пустыня, детка. Это Дубай, детка. Да, хочу вам сказать, что многие небоскребы, в частности вот этот, строились прямо на наших глазах. Мы, можно сказать, пишем историю Дубая. Да-да, друзья, не побоюсь этого слова. Студия гонщиков садится в лице Андре 34, он же Гоги, пишет историю Дубая. Вот очередная стройка интересная. Можете наблюдать. Так, вот это, друзья, тот траволатор, о котором я вам рассказывал. Вот такой он длиннючий. И сейчас где-то по нему чапает он же Гога. Он решил вечерком съездить выпить чашечку кофе не в Вене, а в Дерри. Это такой старый район Дубая, любимый нашим любимым он же Гогой. Да, траволатор, как я вам говорил, идет от самого Дубая Мола. Вот это вот он. Видите? Видите? И прям до остановки, которая называется точно так же Дубай Мол. Это непосредственно Дубай Мол. И перед нами Бурдж Халифа, башня Халифы. Правда, с другого ракурса. Сейчас попробую вам всунуть ее полностью. Что когда я смотрю на верхушку, у меня шея загибается на ту сторону. Да, вот такая вот красота, друзья. На Дубайчик спускаются сумерки. И сейчас он засияет новыми красками. Своей великолепной иллюминацией и подсветкой. Будем ждать.
Я просто помолчу. Лица без слов, тут и так все понятно. Такси нам не надо. Друзья мои, немножко поэкспериментируем с моим чудо-телефоном. Эффект называется комический. То есть мы практически смотрим комиксы Дубай. Да, что вам сказать, друзья, меня уже не только Дубай удивляет, меня уже и телефон удивляет, в который раз. Сейчас посмотрим на все это в драйве, так сказать, в движении. Вообще-то я шучу, это, конечно, компьютерная графика, все это я рисовал всю ночь вручную. Скажем так. Ну, тут лучше помолчать, тут лучше посмотреть. Не правда ли, любые друзья? А сейчас, друзья, еще и снег пошел. Дикая метель, вы видите. Центр Дубая заметает. Ух, холодина. Фонтан похожий из антифриза, потому что фонтан не замерзает.